Запись активирована. Нан. Поехали. Офигенно. Ваша го, рейди. А, ретайр? Ретайр уже рейди. Тут есть ретайр? Есть. А, ты опять не видишь ретайра? Я опять Мне не надо вижу. перезайти, сейчас я перезайду. Да, меня в какой-то момент могут Возможно, все эти отвлечь, проблемы из-за того, но... что ретайр так и не добавил меня в друзья в Стиме. Может быть, Радар, добавив друзья в Стиме, больше было. Что снова говорил? В какой-то момент меня могут отвлечь, не очень резко, но типа там... Ну, знаешь... Я просто там соседям одолжил кое-что, и они могут... Больше го упал, теперь перезаходит, да? Да. Окей. Окей, сюда. В общем-то, у нас здесь будет время, если это будет не во время терминалов и не во время финального скана, у нас есть время Не, ну я говорю, немало. это не настолько срочно, то есть если мы будем в этот момент бежать, то как бы, ну, ничего, добежим. Окей. Потому что я сказал предупредить меня, если что, тут. Вот. Я заодно чуть-чуть посмотрел местную ешную миссию. Ну так, вспоминать, что там было. Не спорили. Спойлеры. Да. Нет, спойлерить я не буду, но я могу так сказать. Я даю нам, наверное, попыток 10 в нее, то есть 10 дней, чтобы мы ее проходили, прежде чем пойти тренироваться дальше, если мы не сможем. Там, прежде чем мы поймем, что нам еще придется подкачаться, чтобы ее выполнять. Там очень резкий скачок сложности будет. Как я понял. И довольно неприятный. Я готов. Да. Да, но тогда попытки там не будут по часу. Так что, может Может, быть, и будут. 10 быстро Нет, там пройдут. попытки будут часа по полтора. То есть, ну, странно. То есть и самое сложное там в конце получается Да, только. там последние где-то 30 минут самые сложные. Нам сначала это надо пройти. Да, ну это мы пройдем в прошлый раз. Должны. Ну, если мы, конечно, сегодня не будем фейлить сильно. Да. Кстати, надо наушники надеть. Че? К слову о фейлах. Что мы сейчас можем как пофейлить, так и... Мало ли сколько мы здесь скаутов будем. В прошлый раз мы будили несколько. Вот, и в этот раз я предлагаю последний терминал делать в последнюю очередь. Ну, в смысле, первый терминал в последнюю очередь. Да. Сперва мы сделаем второй, потом третий, потом первый. Кажется, так будет лучше всего. А. Враги здесь есть. Слышу хруст. Стоп. Прием, я на связи. Привет. Окей. Вы уже прошли миссию? Мы первого моба А, убили. дальше мы уже запустили. Отлично. Хакинг. И меня хакинг спит. Ну куда ты пошел? Неважно, я открываю дверь. У меня Это 4. дверь 230. У меня 4, а не 5. 4, а не 5. Хотя у меня было плюс 65. Так, тут гиганты в моей комнате. Я иду. В моей комнате тоже гиганты, они трясутся. Это одна и та же комната. Да. Пошли я убить. Так, я нашел терминал. Говори. Мы нашли так. Гиганта. Я дойду уже. А сейчас раз, два, три, заряжаемся. Поехали. Чё? Ау! Это было больно. Но никто не проснулся. Там еще один гигант. Трясется. Фонарик. Фонарь? Я вниз свечу специально. Вот он. Стоп. Так, оп. Кто-то задел? А, бьем. Да, кто-то его задел. Бывает. Этот прошел намного лучше, чем прошлый, несмотря на это. Да, очень повезло на самом деле. Я потому что увидел то, что он проснулся, и
Но почему-то он никого даже не побил. Он вообще встал как будто на месте. Так. Сейчас. Давайте я дойду пока до Судалова, вы столсите, и подскажу ему, как с терминалом получше пользоваться. Ну, я пинг терминалов написал, а не все это... А там потому что, смотри, сейчас я тебе подойду и подскажу. Так. Смотри. Можешь чуть-чуть отставить терминал, я тебе просто буду команду вбивать и подскажу. Хотя... Что сделать? Сейчас. Смотри, во-первых, пинг работает только в этой зоне. Когда ты подходишь к терминалу, в самом верху он обычно пишет о том, что это за... Хотя давай, знаешь, как я за терминал встану, пошарю стрим, и ты можешь просто у меня на стриме показать, посмотреть, потому что так будет, кажется, попроще. Смотри, я начинаю шарить. GTFO. А я вижу, и... так я вижу, что ты пишешь в терминале. А. Да, смотри. Так, а можешь чуть-чуть отойти? Ну, тогда я буду плохо видеть. Вот-вот. Да я просто... Клер. Клер. Вот. Нет. Array. Arrays. Нет. Ладно, неважно. Смотри, есть команда query. Query, она позволяет тебе по названию какого-то конкретного айтема, например, по терминалу. Смотрим терминал 271, например. Тер, ну, можно нажать Tab, он давает терминал 271, он тебе закверит его и покажет, в какой он зоне находится. Видишь, это в зоне 202. Затем 975, например, мы вбиваем. То есть я нажимаю вверх, он предыдущую input подхватывает, и можно, соответственно, так закверить там дальше и посмотреть. Вот. Следующий 204, последний сам, соответственно, закверишь. Теперь пинг. Пинг, он только для этой зоны есть. Вот. То есть ты набираешь пинг, набираешь, опять же, конкретный предмет и можешь, собственно, посмотреть, что и как. Затем следующее. То есть query — это глобальный поиск, а пинг — локальный, получается. Да, пинг — это локальный, только по текущей зоне он может подсвечивать. Теперь есть команда list. List, она ищет вхождение по базе, условно. То есть я могу написать, например, есть ключевое слово resources, вот. Но чтобы не писать его все, можно написать просто ES. Как бы resources, это окончание. Затем написать в конкретной зоне. Мы, например, находимся в которой там зоне? В 202, наверное. О, мы можем вместо того, чтобы написать зон 202, написать E, нижнее подчеркивание, 202. Вбиваем эту команду. Подожди, а как понять, в какой мы зоне? Мы в дверь 230 вошли. Смотри, сейчас я тебе покажу. Пойдем. О, я скаута нашел, прикольно. Пойдем. Он не в вашей зоне скаут ходит? Так, вот, смотри. Вот видишь, вот это вот зона. Зона 201, комната D. Passage 2, это значит, из этой зоны можно пройти в комнаты 203-207, куда-то в эту сторону. Вот. То есть можно так находить, а можно, как только ты подходишь на терминал, или там обычно сверху, в одной из первых этих, будет надпись о том, что... Какому, а еще на стене какой вон... терминал, какая зона. Ну да, иногда они еще и на стене, собственно, пишут, так что узнать можно. Вот я, например, написал зона, видишь, 202, вот он мне написал три типа медбака, мобак, тул, рефил. И затем можно нажимать пинги и... У нас кто-то проснулся. Гуглить конкретный ресурс. Подожди, он написал E202, а не Z. Смотри, 202 зона, то есть зона 202. Да, ты... поскольку зона, то я написал Е. Зоне. То есть Е. Последнюю, короче, буковку. Нижнее подчеркивание 202. Вот можешь запомнить. Это, по крайней мере, основное, что по командам поиска идет. Мне кажется, наших убивают там. Да, ко мне прибежала согрывшийся. Но моя комната не проснулась, похоже. Ой. А кто-то дверь. А, к вам прибежали, значит. Не стреляй, Судалов. Они все проснулись в комнате. Да. Они к вам идут. Один ко мне. Окей. А, окей. Это что, одна большая комната, соединенная с вами, что ли? Нет, просто из твоей комнаты ко мне моб прибежал и разбудил. Не-не-не, точнее. Здесь я разбудил, собственно, случайно, но Судалов потом начал стрелять. Смотрите, а, вот почему они проснулись. Как только один моб здесь просыпается какой-нибудь, ты не стреляешь. Стреляем мы только после того, как вся комната просыпается. Потому что твоя стрельба с одним мобом можно еще по мили как-то разобраться. Он, кстати, скаут, он был на верхнем этаже, да. Я понял. И как такое? Это да. Да, и как-то, в общем-то, с ним справиться. А вот если ты пострелял, то комната практически наверняка будет разбужена, и это как бы, ну, сразу плохо. То есть там не будет никакого времени даже ожидания.
Вот и скаут. Нашли? А, ну, ты услышал его просто. Да. Там, в принципе, скаут один. Его можно хоть по стелсу убивать, хоть просто пострелять у него. Как хотите это делать. Как считаете надежным? Можно сейчас протестировать, убивается ли он одним выстрелом из пистолета. Протестируй. Вон, тестируй. Нет? Не убивается. Нет. Отлично протестировали. Теперь срочно открываем двери, чтобы нам не сломали ничего, ни хуй из важных дверей, которая может быть. Сейчас. Тут не отважно. Я пометил только троих. А, они у вас все. А, блин. Не все. Ну, сюда его еще часть. Да, они помеченные были еще просто. Ой. Тут еще не помеченные есть. У меня пока не пало. Ой, извини. Еще пометил. Там не помеченные все еще есть. Да, есть, ты убил. Все. Ну, ГДР 20, мне 55. Ну ладно. Все, разобрались, в принципе. Я забыл, у скаута в спину и не в спину, в голову имеет значение? Скаут имеет значение только в голову. Окей, значит, не убивает. Скажем так, в спину, в голову тоже имеет значение, но это в основном, по-моему, Смит. Так, дверь без сигнализации 420. Окей, убирай, фиг знает где. А, это в зону 203. А пока не открываем. Да, но... вдруг придется обороняться, тогда меньше пути, откуда прогибнуть. Да. Судав, ты посмотрел, поквелил, точнее, где последний терминал находится? И ты попинговал здесь ресурс? Вот. Нет, подожди, а терминал-то как искать? А, там я понял, ты имеешь в виду терминалы, которые вот эти три наши, важно? Да, поквелить, в каких зонах они находятся, и запомнить, потом нам скажешь. То, что это информация, которую, ну, надо будет запоминать. А терминал можно AL? Попробуй. Ну, а нет, query работает только на полное название. Ага. Там еще с цифрами придется вбивать. То есть листы, они как бы без всего вот этого делаются. Поэтому там окей. Так. А, вот, 202 зона, это как раз та самая дверь. Там терминал нужно есть. Значит, я последнюю очередь, да? Угу, его будем делать в последнюю очередь. Просто запомни все зоны, в которых есть терминал. Так. Ну, что, терминал 117. У меня. Я не знаю, что вам нужно. Класс 5, М-аларм. Нам на класс... Это пошли на класс 5 тогда. Где он? Да. Помеченный? А, вон он, сверху. Пошли туда все. Сейчас, там, судов еще на этом терминале. Да. Ну, а что он делает? Я поискал эти терминалы, которые нам нужны. А, нет, это, кстати, вход 203, это не то, ту, которую мы не стали трогать. Мы с вами находимся в 202. Можем, кстати, пока еще ресурсы. А, 202? Ну вот 202, там стоит терминал нужный. Mm-hmm. Вот. Если мы в нужной зоне, как бы находимся, мы в 202, а нет, мы в 201. Так что нам в следующую надо будет. Так. Ох, намчается. Ну что, мы будем ждать, пока судов, можем пройти дальше. Так я бегу к вам. Пойдем? Ну, к этому, к дефу. Так, они в прошлый раз, где у нас что, через вот это вот, по-моему, дверь? Тут только что вы были вот тут, а теперь нет. Закрываем сейчас двери, пойдем выстраивать оборону. Ща, там мама-па где-то был. Я, кстати, ресурсов пока не находил. А вы что-то сразу в шутер решили поиграть? Я тул рефил. Ну так скучно же ждать троим, когда один разбирается с терминалом. Интереснее, ну, не продвигаться, правильно? Так. Эта дверь не нужна. Эта дверь заминировать, засифомить.
Слав, еще раз, каких, напомни? 202, 204, 206. Окей. Так. Хайп, вот эту вот дверь не надо минировать? Ну, заминируй, если что, потом подберешь. Вот для надежности. Так, подожди. Энсал пинг ЕС Е201. А нет, он пишет... пинги не работают. Пинг нужно полностью по лист. Это работает для ресурсов, для того, чтобы список надевать. А потом ты пинг набираешь и полностью вбиваешь название. То есть аммофак, нижнее подчеркивание, там три циферки. Это очень муторно. И стоишь около терминала, ждешь, пока он допингуется. Можешь, в принципе, выйти как бы из терминала, но стоять рядом с ним. Пасифомить. Досигналит. Сейчас я скажу. А, вот эту вот дверку, я думаю, можно подсифомить. И вот нижнюю на карте. То есть вот это вот. Ага, и внизу. Ты уже сейчас не полным чаржем псифон? Да, не полным. Ага, все, супер. И вот это вот. Это куда дверь-то? Там мины не стоит, кстати. 204. Угу. 204 мы оплинку. Все. Так, туретка. Туретку сюда смотри. Поскольку мы здесь гоняем со сканами, можешь, в принципе, либо... Вот, короче, ее с собой. Возьми туретку и просто поставишь ее по месту, где нам понадобится. Не, за этой дверь не надо ставить. Через эту дверь, скорее всего, не пойдут. Скорее всего, пойдут либо через вот эту, либо через вот эту. Все, я думаю, можно начинать. Я буду давать инфу. Погнали. Это 5, да? Окей. Да-да-да, это 5. Мы все еще не знаем, что значит М. М — это миксат. А они ломают левую. Один все-таки. А, там вот там я понял, в чем проблема. Подсифон вот эту. Там, там у нас эта разбитая дверка была. Да блин, они ломают ее слишком быстро. Окей. О, забей, забей. Все. Ну я просто не сканил из этого. Ломают. Главное не подорваться на мине. Сейчас взорву. Сломано. Бум. Все. Сканер опять назад идет. Да, эту да. Еще ломают сифомленную. Пускай. Я на дальнюю. Окей. Я тогда вот над этой. Сломали что ли? Нет еще. Одну так, сломали. Сейчас пройдет один, да? Еще одна волна. Он живой, он живой. Не стойте перед турелью только. Чуть-чуть подсканил, не всех. Все. Все, отдыхаемся, если что. Одну дверь мы... Там гибрид. Блин, брожи. Сейчас. Не выходите передо мной, пожалуйста. Я пытался поднять, как машинган работает. Сзади подошли, похоже. Сзади идут. Гибрид. Окей. Все? По музыке, да. О, дверь, да. Все нужные выбили. Я открываю дверь. Да, открывай. Там две двери, судя по всему, сломали. Либо... Ну да, вот это сломали. А почему нельзя сифом со стенок соскребать, чтобы вернуть себе заряд? Потому что сифом, он, типа, твердеет. Гринж. Опять туманчик. Это как монтажный пьер. Да, это что самая огромная комната. Бьется. Да, тут много. И в этой комнате оплинк. Ну, по крайней мере, в этой зоне. Да, добивай. Все. А, там вдали проснулся. А еще вся комната проснулась снаружи. Отступаем. О, скаут. А, скаут заорал. Тогда спину смотрите. Я промазал.
туда, наверх. Я смотрю за спиной. Пока никого. Так, есть кто-то на периферии. Вон они идут, хайп. С другой стороны. Ага, вижу. Вблизи уже. Окей. С этой стороны больше нету у двери. Так, нас окружают здесь. Дробовик кончился. Все должно быть. Все, кажется, все. Ну, патронов у нас становится мало, имейте в виду. Да. Ну, их у патронов тоже. Дробовик кончился, турель 29. Ну, в общем, да, я почти без оружия. Так, у нас здесь будет очень неприятно. А, у нас, благо, сзади вроде все эти... О, скаут. Так что двери не должны были сломать. Нет, не сломали. С той стороны один скаут. Я возьму один тул рефил. Бери. Хотя у тебя что там мины? На 50. Ну, в принципе, лучше на сифом на самом деле его отдавать, ну ладно. Окей, тогда редайр возьми. Так. Да, я возьму. Скаут что-то пускает, я слышу. Да, я открыл дверку. Ок. Стоп. А, у скаута еще двое. Вот теперь можешь его, наверное, бить. Ну или я смогу бить. Сюда, просто. Можешь пойти сюда? Да. Скаута нет снизу. Но идти долго будет. Тут лестница прям рядом с тобой, ага. А, так ты рядом? Я думал, ты там. Я просто терминал тут еще. Я понял. Я тут вижу одного, а второго не вижу. Так. Ориентируйся по звукам. Трясется? Да, вот там последний у тебя. Башага, подожди секунду. Башага, подожди секунду, не двигайся. Терминал у нас вот здесь, вот если что. А в смысле, тул рефил договорили же тебе на... Там 4 заряда, я дал себе 2, судал в 1, а тебе 1. Теперь у нас лишний слот есть. У меня медпак на 6 просто в руках. Так. Все, у нас есть первый аплинк, его мы, в принципе, сможем сделать, только давайте всю комнату... Смотри, Башаго, и все. В смысле, можем сделать, а как же план? Смотри, Башаго... второй терминал, его можно. Башаго, слушай, и все остальное. Когда ты находишь ресурсы, если ты видишь, что их можно равномерно распределить по всем, то ты просто молча можешь это делать, не надо разговаривать. Башаго у меня спросил просто. Я сказал, не надо спрашивать просто, когда 4 заряда, ты можешь их просто раздать всем, и все. Так зачем раздавать, если мины могут не понадобиться? Потому что слоты могут понадобиться. И мины, ну, однозначно до конца миссии мины понадобятся. И там 4 заряда. Ты можешь всем до сотни скинуть, и у тебя будет пустой слот. Это ж хорошо. Давления по времени нет, поэтому если понадобится надобность в слоте... Ладно, если хочешь, играй как хочешь. Я просто считаю, что так лучше. Можешь не так делать. Окей. У нас тут скаут и двое врагов. Так, а когда я делаю пинг конкретного ресурса, то как его понять, где он именно? Он появляется на поле игровом. А, на карте, что ли? Пикап, фокус. Нет, на поле. Ты только что его делал, я его слышал. Ты можешь просто на самой игровой зоне. Ты помнишь, что же на хайпе? Нет. А что это штука? Турбина раскрывает туман. А-а-а. Турбина, да. Все, я всех зачислил здесь. Можем. Ее можно носить и спокойно ходить по туману. Да. Ну, кстати, мы ее в прошлый раз не нашли, кринж. Она бы нам сильно помогла на последнем дейфе. Ну, могла, точнее, помочь. А, да, если мы там поставили, было бы прикольно. Амопак на 6. Вон пинг, видишь? Нет. Амопак, раздай его, судал во всем. Сейчас. Блин, я не вижу на карте.
Как не на карте, а на самом игровом поле. А что такое просто игровое поле? Просто в игре. То есть ты уходишь из терминала и смотришь, где, собственно, пингует. Ну, ты же видел, когда я пинговал на этом, как его? Видимо, не видел. Я не типа понимаю, куда смотреть. Смотри, вот я сейчас видишь, что дверь запинговал. Ты видишь этот маркер у себя? Это я вижу. Похожий маркер будет, когда ты пинги будешь. Так вводить. Я его только что вводил, и я не вижу. Ну, посмотри аккуратнее по кругу, по всей карте увидишь. Его не так просто увидеть, но когда-нибудь увидишь. Он быстро исчезает. А, он исчезает? Да, он исчезает через там секунд где-то 10. Или 5. Вот он опять появился, близко к тебе. А это что, это ценное что-то? Тул-рефил. А, тул-рефил, окей. Тут есть тул-рефил, тут есть медпак, дезинфекция и аммопак. Дезинфекцию мы нашли уже. Аммопак у хайпа, дезинфекция валяется. Стоп, топлинг, мы его делать будем сейчас или нет? Да. Так а что, получается, если ресурс собран, он все еще будет в листе, что ли, отображаться? Смотри, Гоша, почему? Потому что нам выгоднее дверь не открывать, чтобы по оплинку все в основном бежали вот отсюда или вот с этой вот двери вот так вот. Нет, если ресурс у нас в кармане, он не пингуется, просто... Мы их собрали после того, как ты их перечислил, скорее всего. Можешь еще раз перечислить и убедиться, что они исчезли. То есть срота с дальнейшим оплинком в последний момент... Нет, мы просто самый ближайший будем делать в самый последний момент. Остальные терминалы мы можем... Ближайший у нас в одной из этих комнат где-то находится. Хорошо. Как бы нам самое важное только, чтобы он был последний. Все остальное нам пофиг. Где я? Да, я не вижу, где он. Справа от нас. Так, давайте чё. Но у меня места нет на него. У меня есть. Блин, ну, сходи за ним тогда. Ты запомнил, где он? Давай я тебе пингану. Я тебе его пингану, ты можешь идти. Так, поскольку это аплинк, давайте просто все дверьки позакрываем. Здесь я сейчас этим займусь. И поехали. Ща. Пинг. Медипак 887. Я ввел. Сейчас будет. Увидел? Да. Правда, он терминал пишет, а не медипак. Еще раз пингану. Не, я видел. Ну просто он на маячке он пишет терминал. Терминал пинг он пишет. Пинг от терминала, значит. Переводится так. Так, чё? А ну, я пока сипомить ничего не буду. Вы приходите. Погнали. Так, мне все положить турбину. Здесь не особо нужно. А может таскать. Так, что-то вам ХПшки надо раздать-то. Хотя тут вроде одна дверь снизу, положу рядом с ней. Хочешь раздать ХП? А сколько у тебя? Блин, я... Проехали. Себе раздал? Ну я думал тебе, а ты выбежал, и оно... Это применяется. Не так работает, Судов. Если ты зажал Е, и ты начал кому-то раздавать, то ты не меняешь цель. Вот поэтому я и не остановился, думал, что это так и произошло. У нас ты, там написано, кому ты раздаешь. Если там написано, ты на редайр, на ремага даешь пак, и ты зажал Е, то он всегда на ремага даст пак, даже если я выбежу. Mm-hmm. Yeah. Смотри, что написано. Если на yourself написано, то ты себе отдаешь. Да, ребят, с какой они стороны? Они кстати, ты этот терминал статичный, кстати, он точно тут же был в том раз. Гоняли. Да, но сами терминалы, кстати, возможно, они не обязательно статичные. Так, Радар, сможешь, если что, только на вот эти вот две? На вот эти вот две? Вот это вот, я думаю, точно нужно подсифоумить. На вторую, я не знаю, они через нее входят или вот нет. Вот это какую? Вот эту? Центральную, дальнюю. Центральная, я понял. Там, кстати, не раскрытый локер стоит? Да, он с другой стороны, скорее всего, снизу стоит. А. Могу его сходить, забрать. Ну, вдруг там лежит... Я даже не знаю, что там да, может лежать. Они тут могут пройти? Они отсюда могут идти? Там лок мелтер лежит. Покчамп. Они отсюда откуда? Могут идти. Вот отсюда? Да, четыре двери тут. Так. Три двери. У нас нет сифон гранат. То есть, в отличие от следующего раза, никто здесь не подстрахует. Я могу засифомить среднюю, но я не знаю, сверху или снизу они побегут. Я могу ставить перед одной дверью и сифомить ее только, если ее начнут ломать, но я не успею к нему.
Туда, смотри, можешь ко мне лучше турятку сюда поставить с этой стороны и вот на эту дверь. Могу, но она бесполезная почти, там патронов почти нет. Это окей. Просто снаружи она точно не нужна, потому что мы сейчас. У тебя 49% патронов сюда там достаточно. 32. А почему у меня написано по табу 49? Не знаю. 49 на 3. Раунд ремейнинг 32. Так это... 32 патрона на 49%. 49%, у тебя чуть меньше половины. Вот где-то, да. А, кто-то, значит, мне пополнил? Не ближе. Да, я тебя пополнил. Вот здесь где-то. Угу. Вот у тебя 32 патрона. Окей. Все, так, ну чё. Тогда дверь, я учить, дверь, как блинк делать. Да, учите. Иди учиться терминалу, мы закроем дверь. Да. Пошли с угол. Так. Смотри. Так ты занял терминал. Да-да, я сейчас просто... Так там написано же сверху все, что делать. Так. Да, ты можешь просто следовать инструкциям сверху. Просто дальше быстрее будет. Смотри, как это лучше всего сделать? Ты пишешь uplink verify... Жмешь Enter. Вот, можешь сейчас, например, нажать Enter. Это чтобы ты, если что, на команду вверх мог быстро дойти до, собственно, Verify. Теперь, собственно, что ты делаешь? Uplink Connect. А тут надо вначале Uplink Connect. Да, я понимаю. Смотри, я тебе сейчас просто объясню, как это делается, потом ты сам это дело будешь. Так, а смысл был Uplink Verify нажимать? Вот я тебе сейчас скажу, чтобы ты мог, если что, по нажатию на стрелочку вверх, быстро Uplink Verify найти. Ну или можно, в общем-то, через Tab, я допустим. Uplink, Tab, затем V, Tab, затем пробел и вводишь. Ну, логично. Вот. Да. Сейчас вбьешь Uplink Connect, вбьешь айпишник, все ок, дальше мы отсканимся, после этого у тебя будут в терминале самом писаться коды. Ты, соответственно, после этого и выходишь из терминала, запоминаешь этот код, выходишь из терминала, у тебя на экране коды такие есть, как ты помнишь. Какой надо нужный... будет... А, Uplink Verify и этот код надо будет написать? Да, да, заходишь потом сюда и вбиваешь вот этот вот код, который из четырех букв, затем нажимаешь Enter. Если ты промазал, вбил неправильный код, то у тебя там штраф будет где-то секунд, наверное, 5-10 до последующей попытки, так что аккуратнее вводи. Вот, у нас всего три кода будет, я думаю, мы, в принципе, вполне себе выдержим. Вот. Как-то так. Больше тут ничего не надо будет делать. Если что, там, когда прогружаются типа текстовые строчки в терминале, то, что ты пишешь, оно не отображается, но оно как бы все еще пишется. Поэтому если ты отправил код, то можешь сразу нажать вверх, стереть последние 4 символа, и у тебя, когда все прогрузится, то будет в строке Uplink Verify пробел. Угу. А мне, получается, надо возле терминала постоянно стоять? Или да, это... да. Да. Вот здесь ты просто стоишь полностью около терминала. Рендер, подходи, у нас сейчас скан будет. А, да, давай, включайте. 3, 2, 1, Все двери закрыты. Я иду к нижней двери, если ее начнут ломать, я ее засифомлю. Если верхнюю начнут ломать, скажите сразу, я побегу туда. Да. Ну или увидите, что ее сейчас будут ломать. Да, я по сканю, если что. Z09, Кози. Кози. Угу. Я первых подсканил. Будем смотреть, куда они. Кан долго не идет. Потому что они дальнюю дверь ломают. X01, Токио. У них все к верхней пошли, судя по всему. Да, они верхней пробили. И... Направо, похоже, пошли. Посмотрим. Пока еще непонятно. 6, армия. А я тут между дверями набегался. Они к этой пошли. Сифо... Ну, они уже сифом ломают. Да, они сифом ломают. У нас три кода, поэтому, скорее всего, под сифом ливать не надо. Окей. Успешно. Сдал, ты ж... Все. Ага. Тогда все убиваем. Да. Они сейчас, но они на мини похватятся. Ага. Но не все, часть разделилась, похоже, направо ушла. Нет, часть где-то в той стороне, они просто не дошли. Они на минимум умерли все тут. Нет, еще пришли. Еще есть, они не помечены. Еще есть, вот они. Вот, я на них свечу. Вроде все. Нет, еще один есть. Музыка. Нет, еще не один.
Имейте в виду, что я с этой стороны... Ваши го, кан, еще двое. Да не трать патроны. У меня, в принципе, патронов было достаточно. Все, снимаем мины и можем идти дальше вот на вот этот вот скан. На центральный. Которая третья сложность? Да-да-да, которая третья аларм. А внизу локер не открытый, кстати. Сейчас хожу. Но мы пинговали ведь ресурсы, там ничего не может быть. Да, там... Кто-нибудь с собой возьмите? Там дезинфекция и... Что-то еще? Какая-то ерунда. Ну, медпак, но ты его поднял. Ну, медпак я забирал. Так, забери мину отсюда, вашу. Я вот ищу, где мина может забрать. Вот, здесь. А что за турбина, я не понял. Вот смотри, видишь, то, что вокруг меня тумана нет? Это да. Турбина. Ни хрена себе. Но она в двух руках носится, и я не могу ни стрелять, ничего делать другого. Да. Это как этот... Жадис в Дипроке. То есть в конце вот этой жопы не будет, получается. Когда мы вообще вот этого не видели, где воевали. Я еще турбину нашел. Две турбины тут? Чё? Да. А в прошлый раз ни одной не было? А в прошлый раз мы их не нашли. Мы их не пинговали. Я думаю, мы просто можем... А, да. Туретку будем ставить или просто отстреляемся? Да, поставь вот, вот здесь вот туретку, направленную вот так. Я на карте нарисовал. Вот. Не вижу, что ты нарисовал. Вот здесь туретка, вот сюда смотришь. Но турбину нельзя оставить включенной, получается, и держать в руках, чтобы она работала. Вот, вот, вот здесь. Не так уж полезно. Туретку вот так вот. Понял? Не, я не вижу, как ты рисуешь. Видишь, что я рисую? Да, сейчас теперь вижу. Мы сюда. Здесь вот так вот. Вот здесь вот турбина, ой, вот здесь туретка, вот сюда смотрит. Вот здесь. Найс. Спасибо. Так, ну чё, собираемся? Вот патроны нужны, можно дать фримагу. Инпак. Все. Поехали. Рейд, кстати, не выстрелил ни разу, да, ну, да, вот этот топлин. Все правильно, все нормально. Один. Тут те не приходили? Да, они будут приходить. Я поэтому сканюсь. Третий скан. Теней пока не будет еще. У нас это долгий скан. Предлагаю сразу пойти наверх, потому что наверху проще будет отстреливаться. Первые тени начинают идти, я первый сразу пинганул. Пойдем наверх. Какая-то легкая дверка. Это она в прошлый раз была легкая. Вот где-нибудь здесь, я думаю, можно будет и стоять. Я сразу к турели пошел. Не-не-не, кто, ну... Тут они уже все по комнате, поэтому лучше отвалиться там, где мы в прошлый раз теней дефали. Там много. У меня в лице. Да-да-да, поэтому ты отходишь. Еще много-много-много здесь. Отойдите вы сюда, в башку, отойдите. Ай. Ай. Да, по ним прошли. И ай. Трое здесь. Все. Нет, еще на радаре есть. Но подальше. Вот идет. А стрелок умер. Он мертв, наверное. Да, да, да. Уже башку валяется. Поэтому я и говорил о том, что ну, тенями, ребят, не шутите. Их ни хрена не видно, и вы не. И поначалу непонятно, сколько их вообще там. Поэтому это вот. Приводит к таким вот казусам, когда все хп теряется нафиг. А турель вот. Турель забирай. Стоп, что происходит? Я... Тут меня убивают. Музыка? Я дверь открыл. Да, меня убивали здесь. А, ты убил? Да. Окей. Но у меня 18% хп осталось. Ну окей. У
нас у всех по 20 или у тебя есть хайп? Нет, у всех по 20. Надо раздать тогда. Сюда у тебя есть? Нет. У меня есть хилка. Ну, сейчас опасны в основном только гиганты. Но нет. Если у кого-то есть хилка, можно просто это... Просто таскать с собой, если комната стрельнется себя, лечи просто и все. Раздайте кому-нибудь до 60, кому угодно, неважно. А у тебя, по-моему, одна, нет, больше еще. У меня большая просто, лучше поменьше раздать. Больше го, можешь мне одну выдать, в принципе, должно хватить. Ну, спасибо. Ну, это довольно оптимистично. Лучше 60, конечно. Ну, ладно. А там, если... И как только мы волну хватаем, то просто... То мы паникуем, бежим во все стороны и не лечимся. Да, я понял. Оп. Там бьется кто-то? Да-да. Так, тут еще... Может тут турбину есть, взять? Но они все разрозненные. Может, турбину взять с собой? Да, трясется. Давай я возьму турбину, что ли. Я уже беру. А она не шумит, турбина, я забыл? Нет. Okay. С турбиной можно стелсить. Тут они все разрозненные, они одиночные, но нам больше всего не придется. Не шумящая турбина, это довольно концептуально. Но... Я там, может, поэтому они такие редкие. А, он внизу, наверное. Я слышу кровавую дверь. Да, да, но здесь. Скаут пускает свои щупальца. Да. Если что-то пойдет не так, надо бежать прямо сразу к терминалу. Окей, все пошло так. Бладдора. А проснулись? Нет. Окей, окей. Ammo pack на 2, я... А, сейчас. Тут бы с турбиной, конечно, ну ладно. Я принес, вон там валяется близко. Окей. Сейчас тебе принести ее? А, в принципе, можно учиться стелсить в тумане. Ну, в прошлый раз вроде нормально было. А, да. Короче, не нужна она тебе, я понял. Так, 40, 60, 50, еще 20, двое 20, вдали 20, где-то 50. В районе... 15-20 метров. Стрелок судалов мне нужен. У вас там враги, что ли? Че вы стелсите? Здесь еще есть, внизу. Как вниз пройти? Здрасте. Вот, конечно. Вот сюда, наверное. Вот отсюда, сюда, наверное. Да, здесь есть слева от нас хайп. Так, еще один здесь. О, я слышу его, он где-то там, да. А, вот он, я нашел, он бьется. Угу, он один? А, ну да. Пофиг-то. Все. В этой комнате у нас, кажется, все. Там еще был один этот. Я слышу кого-то. Да, слева. Сейчас. Вот я сейчас стою слева от меня, то есть вон там. А, ну это в чистой комнате. Да, это другая комната, да. Терминал найден. Так, Тулна 2 у меня. От... Напомни сюда, в какой комнате еще раз терминал? Вот где я сейчас нахожусь. Не-не-не-не. А, 204. А следующий? 206. 206. Значит, 207 не пойдем пока. Так, 50. Аптечку нашел на 3. Можешь раздать ее всем, у нас много аптечек. Там у вас 6. Вижу. Бошиго, можешь взять себе тулрефил. Он, правда, на 2 его, наверное, раздать лучше. Тут еще тулрефил есть. Ну точно, тулрефил на 2 надо раздать, я раздам. Но кому? Видимо, Судалову. Сюда фиг знает где, неудобно. Блин. Ну тут самое полезное тут это, как его, сифон пока что, чтобы держать. Хотя, с другой стороны, у меня 50. Кода. Смотри, я себе и сюда вот дам. Видели, да, где пинганул? Чего ты сделал? Трясется. А, это как раз, наверное, пинганул тот, который ты видишь, да? А что ты пинганул? Тул рефил. Нет, это другой, мы его дальше оставили.
Еще медипак должен увидеть ты сейчас. Право. Возьми на себя. Ты видишь медипак, Судал? Нет. Интересно. Я его просто положил на пол. Только дезинфекция осталась. То есть это потому, что я его подержал, видимо. Так, тут еще есть шестеро. Дальней части комнаты. Здесь втроем стоят. Стоп. Все вот этих вот троих. Со мной, я понял. Сейчас. Стоп. Бери правого. Я вот этих двоих. Тут еще терминал. Заряжаюсь. Они все еще не спят. Проснулись. Я не с вами, имейте в виду. Ай. 40%. Хватит? Да. Не-не. Мне все хватило, но у меня минус 36%. У меня минус 17%. Надо мне... опять полечиться. Мне надо было лечиться, ну ладно. Ну, я не угадаю. А как пользоваться? Как ей пользоваться? А все, нет. Пользуешься. Лок Мелтор. Просто ты ее в руках держишь, и все, она постепенно раскочегаривается. Также, когда бросаешь, она чуть-чуть работает какое-то время, потом стихает. Этим тоже можно пользоваться. Вашего на вот это вот Бладор можешь минус ставить нам сюда. А на предыдущую не надо было? Нет. О, шкафчик. Два шкафчика. Блин, это не тот шкафчик, где я оставил. Там у нас два шкафчика, если что. Я потерял свой мидпак, подождите, где он? Сюда, в пингани. О, нашел. Да я его брал. Сюда сказал, что он не отображается, если его положить. Да. Его подтаскал. Я не знаю. Ну вот, я нашел уже, все нормально. Окей. Так, ну что, минус сюда и поехали по той же схеме, как в прошлый раз. А именно вот за вот эту вот дверку уходим. И здесь дальше. Открывай. Чё? Ходить туда и поехали. То есть мы с той стороны будем, да? Да-да-да, с той стороны двери. Я открываю. А турель-то надо было поставить. Здесь можешь поставить. Ну, я вот этого просто боялся. Это скаут проснулся? Да, это в той комнате скаут проснулся. Может спину пройти с осторожностью. У нас еще волна. Да, слева от нас. Да, она сзади нас. Я пошел там этого, добью. Там гибрид. А, нет, не гибрид, это скаут. Нет, там гибрид. А, окей. Все, сзади пришли, сзади. Да. Во, отлично. 15% хп. Ай. 3%. Так. Ай. Каец, целая обойма хедшотами. Но это получается очень приятное оружие в использовании. Это получается неизбежно, то, что ты будешь скаутом в такой ситуации. It depends, скажем так. Иногда получается не разбудить. Но я имел в виду, что это не от нас зависит. Ну, в смысле, можно смотреть, где скаут, и тогда открывать, видимо. А, знаете, я у меня только что внезапный вопрос. А что, чем занимается... Ой, штуки появились. Угу. Чем занимается что? Чем занимается скаут, когда уже полностью разбужен, если его не убить? Он такой же, как шутер. Он становится гибридом, по-моему, он мелкий. Не-не-не, он шутер. Ну, обычный шутер. Гибрид, он баражи выпускает, а шутер обычный просто сольные пульки. Вот ок. Этот сольные пульки это... делает, выпускает. Ок. Блин, у меня на хакинг штраф 30%, и поэтому мне в две штучки надо попадать, очень неприятно. Ну, у меня на хакинг бонус, можешь оставить мне. Если ты такой no-skill и не можешь хакнуть, то... Можешь подобрать, я где-то там сбрасывал Локи. Эй, в смысле он проснулся? Тихо. Бил? Меня убили. Там много. Отходим. Отступай. Меня убили. Мы вдвоем, осторожно, они идут. У меня не заряжен машинган. Отлично, прекрасно, великолепно. Кто по мне? Почему? А, я понял. Сзади. Сзади? Вот, не сбоку, сбоку. Окей. Okay. Uh-huh. Еще. Они по лестнице поднимаются. Да-да-да.
А, еще. А, это последний, что ли? Да, это последний. Тогда я убью его. Можно свести его. Я убью его. В честном бою. Он плевалка. Да умри ты. Окей. Аккуратно надо мной, зеленая хрень. Зеленая хрень. Светить, которая. А, плевалка, которая. Над хайпом прям сейчас. Она все еще зеленая. А, вот, вот в той стороне, не совсем. Там рядом. Ладно, самое главное, что у нас дверки. Это. Двери целые. Дверки целые. Да. Да. Осторожно, вокруг. Там еще один скаут. Да, он был помечен далеко. Осторожно, плевалки. Я пока подожду его. И, возможно, получится. Окей. Это было спидранно. Это хорошо. Специально. Все, ту комнату можно теперь просто чистить. А ту это, которую вот это. Окей. Да. Ту это вот эту. Блин, тут зеленых пипец сколько. Так. Только скажи, что ты убил его. Скажи, что ты. Они не проснулись. Ой. Они не проснулись. Кто-то проснулся, потому что сюда пострелял. Отходим. Отходим, отходим назад. Еще назад? Ну, стандартно. Я с тобой, я бегу. Они ломают дверь. Дверь. Блять. Плохо. Очень забей, плохо. Надо выживать, у нас мало ТП. Ух, он не сломал дверь, кажется. Стоп. Можешь не стрелять. А, да. Еще один. Плевалка. Кто там плюнул в кого-то? Сейчас. Окей. Okay. Вот сюда, что бывает, когда ты случайно не то оружие выбрал. Да. А я потому что смотрел вообще вот эти посветить вот этих штук, не заметил там этот враг этот ходил, слипер. И, короче, потом я уже не отвечал за свои действия. Тут терминал. У меня два мопака есть. Где? Тут еще в соседней комнате мопак. Мне нужен заряд мопака. Есть у меня заряд мопака, давай. Мне уже дал больше. Окей, у меня просто на два был. Чтобы okay. потратить. Это кто? У тебя хайп примет, а у тебя карабин. А тут гиганты, осторожно. Да, там гиганты. Можно их, в принципе, из бёрст-скэна надо убить. Слева от тебя тоже враги, я слышу. У меня есть, у меня есть. Мог бы не давать. А тут это единственное, что похренел. Давай-ка дальше лучше всю эту комнату за стелсим. Так, пингую медпак. Медпак в этой... Можешь говорить еще, в какой комнате он находится. Типа в этой, не в этой. А, ребе. А мы в какой? А мы... А как узнать, в какой мы находимся именно в комнате? Стенки. Я открою, можешь не париться. Это зона А. Почему в этой комнате же никому не должно быть? Потому что ну да. Мы да. Так, сколько следующий? Давай. Сейчас, тут еще тул рефил есть, подождите. Я нашел медпак и тул рефил, видимо, то, что ты будешь пинговать. А, наверное. Да. Так, Tool Refill. Мы, кстати, в 206-й, тут где-то оплинк должен быть. Сюда, возьми себе Tool Refill, иди ко мне. А у меня медпак. Поменяй, возьми и забей. Ой, и подожди. Стрелуку тоже нужно. Ну, вот как раз Башагот здесь, стой. Дайте себе по Tool Refill. Кто-то... А. В этой комнате у нас два гиганта и один слипер, я предлагаю. Ну вот это тупая комната, стрелять. Да. Давай сейчас соберемся все. Пострелять? Да. Да. Ну я из бёрст-скэна на обоих, я думаю, убью. Но мне, если что, нужна небольшая подстраховка на случай. Я с тобой. Сейчас, мы все подойдем. Я своим высококалиберным пистолетом. Только надо, чтобы все подошли. Просто у меня бёрст-ста 91%. Тут есть враги еще или только эти двое? О, двое гигантов и один слипер чуть-чуть сзади. Сзади, там за ними. За окей, ними, понял. Да. Понял. Скорее всего, будет в этот же этот бегать. Я слышу слева врагов. У меня на радаре только эти трое, больше никого. А, окей, видимо, далеко. Так. Да, столсить им в спину, что ли? Хотя, ладно. Не, вот, смотри вот сам.
отсюда буду стрелять. У меня 20%, я могу пойти молотком их один раз долбануть. Не, не надо. У меня 91% просто на там burst cannon, и мне все равно его на снайперов особо не применять. Я пошел стрелять. Давай. Плевал ты еще. Она, молоток. Да-да-да. Аккуратно, инфекцию не напаритесь. Все, больше никого. У нас тут этих инфекций и рефилов куча. У меня слишком много аммо было, поэтому пофигу. Ладно, выходим. Тут ничего не было, что ли? А, локер один. А где... А где принт-то? А плинк? Сейчас найдем. Ты, конечно, смело так бегаешь сюда, по сторонам не смотришь. А, я думал, мы зачистили комнату. А привалки? Так, а я их смотрю. Привалки, смотри. Так я их смотрю. Поехали. А плинк, скорее всего, опять в той тележке. А, ну да, они статичные, походу. Не, они могут рандомиться, если что. Ну, пока что... Может быть, не в этой миссии. Может быть, а может, нам ведет. Что тоже, в общем-то, бывает. Этот? Да, этот. Так. А, во, я... Вот это то самое место. А, это где мы сдохли, да? Да-да-да. ХП надо обязательно людям раздать. Да, сейчас раздадим. А, disinfection pack. Поехали. Чё, закрываем все двери, минируем. Раз, два, три, ошиго, четыре как раз есть мины. И сифомим, видимо... Сейчас. Это закрываем. Это закрываем. Это я зачем-то открыл. Надо закрыть. А я уже закрыл её. Тут еще стрелок не пришел, поэтому можно открыть. Тут все равно ни хрена не видно, даже с этим этим. Так она прекращает работать, когда ты... Нет, это даже когда ходил с ней. Ну, да. Ща. И это та комната. Стоп. Вот эту дверь надо минировать? А, сейчас посмотрю. Нет, это не надо. Дальше иди. Да, о. В смысле, я же посветил. Ага. Блям. Вот так, турель куда ставить? Туретку можешь наверх, я думаю, поставить. А я нет, давай, знаешь куда туретку. Давай туретку напротив вот этой двери. Какой вот этой? Вот. С этой стороны или с той? С этой. То есть в сторону двери. Блин, да. Посвети сзади тебя. Чтобы все заминировал. Эту и вот эту, кажется. Да, наверное, за сифом вот эту. Ты сможешь с той позиции сифомить вот эту, если что, держать? Я могу сифомить вот эту и вот эту. И вот эту. Окей, тогда... А какую ты хочешь сифомить? Еще какую-то? Не-не, вот одну дальнюю, я думаю, отсифомить. Вот эту. А, дальнюю засифомить? Да. А, сейчас схожу туда. Просто на есть плевалки? Я не помню просто. Я свечу с фонарем. Ой, я готов подключаться. Ну, можешь пока активировать подключение. Так, мы расхилились, нет, мы не расхилились. Да, да, надо расхилиться. Раздайте тот, что на 60 всем, чтобы было 60 и 40, например. У всех? 60 это на 3, если что. Он 3 по 40 будет. Ну, у меня... Раздай 2.40, 1.60. А, 1.40, 1.60, например. Так, ну, можно сделать 2.40 или 3.40, как хотите. Да, давайте 3.40 лучше сделаем. Ага, так, тогда кому... Ну, можешь, я не знаю, Редайру и мне, например. Без разницы, все. У Редайра, если что, есть медпак на 120, он себя полечит в случае, если все совсем плохо будет. Так, а эта дверка не закрыта. Закрываем. Подключаются? Ладно, пока все придут. Все, готово? Все перезаряжены. Ага. 3, 2, 1, поехали.
Так, x08, скип. Похоже, задняя дверь. Так. Да. Та, которую не сифломили, это будет печалька. x05, я сифломил заднюю дверь. Не-не-не, она совсем задняя. Бум. Тогда да. А ее и не минируют. Ломают сифом. x01. Там все. Ну, я ввел последний. Здесь мина взорвется. Я здесь держу. У нас ломают близкие к терминалу. Бум. Тут двое еще. Готово. Ага, отбиваемся. И у вас там есть несколько. Один? Больше он ломает. Он сейчас сломает, тут он взорвется сейчас. Все, минус. Они все мертвы. Окей. Забираем оставшиеся мины. Минус от слова мина. Да. Оказывается, они еще здесь могли заспавниться. Видимо, они в каждой комнате. Как же тут ничего не видно. Расстояние 2, то они в каждой из комнат спавнятся. Судал смело бежит. Поймает ли Судал тычку? Все, поехали. Мы отсюда выходим и бежим почти в самое начало. Судал, посмотри на всякий случай по этим зонам. Есть ли у нас оставшиеся ресурсы, и если что, чтобы мы их могли забрать. Улрифил был у нас на обратном пути, мы его не брали. Он был где-то ближе так, к... И Радай, тормози чуть-чуть. Третий аларм. Все, можешь бежать дальше. А, спасибо. Так, и Бошуго еще мне нужно немножко это. Кстати, Тулрефил надо будет перезарядить. Будет так, полезно. 205-й дезинфект только. Где мы сейчас? Бошуго уже подефектился. Все нормально. Да. Тулрефил еще должен быть, нет? Нет. Ну, только если мы его трогали, я имею в виду. Не-не, мы его не трогали. Он должен был далеко быть. А. Если листишь, там вряд ли. Эту Бландору, получается, не будем открывать. Да, может быть, Тулрефил был там, не знаю. Ну, если только нам ресурсы не нужны, ради ресурсов можем туда сходить. У меня 35% на сифоме, то есть мне хватит чуть-чуть подсифомить последнюю дверь. Там она одна была, если там терминал в том же позиции. Ну да, у нас как в какой-то 202 вроде. В принципе, я могу параллельно с Удаловым это все делать. Ага. Жаль, Тулрефилов нет ни у кого? Видимо, нет. Филов пока нет. Ну, можем в последней зоне посмотреть, может, там ресурсы еще будут. А, мы еще что-то не зачистили, да? Там еще. 271. Напоминаем еще раз, где он. В зоне 202, да. Ну, у нас же одна еще зона будет, 202, в которой мы будем. 202, на вот это вот кажется. Я вначале в ужасе думал, что мне запоминать надо будет 3 трехзначных числа, это жесть, но оказалось, что они 202, 204, 206. Видимо, это специально так все-таки полегче. По-моему, не туда, куда вы бежите, нам направо. Я хотел запоминать 3 трехзначных числа. Ну. Новые терминалы где находятся. Я сюда его просил запомнить. И это зона 203. Нам не сюда, нам в другую сторону. Сюда. Можешь, кстати, турбину выкинуть, она нам не нужна будет больше. Нет, тут не будет больше тумана. Испугались? Мы, кстати, в принципе, даже можем обе зоны вот этих вот боковых взять, если что. Ну, если понадобится. Пока вроде все нормально. Ну и я, кстати... Если там окажется 10 гигантов, и они нам наваляют. Это самая простая зона, она типа первая должна быть. Тут сразу за комнатой, в комнате враги. Не расслабляемся только, а то сказали тут про самую простую, мы сейчас свалимся. Стоп. Бьется. Как же этому чуваку было пофиг хайп, я вообще офигел. Он светился, когда ты рядом его соседа убил, и он просто... Тут трое... Четверо. Я вижу троих. Оп. А, там сзади. Бьется, стрелок, стой. Все. Окей. Опять бьется. Нет, просто прикольнулся. Ну, теперь бьется. Убивайте их все. Кто-то получил тычку. Да. Ужас. Он меня шутера атаковал. Так,
нас в дальней части комнаты еще двое там сидят. Mm-hmm. Вот еще здесь плевалка. Да-да, здесь они подвое. Она бьется. Тут очень много ребят подвое стоят. Ой, и правда. Еще второй. Ау. Извиняюсь. Все ок. Эти двое снизают. Посыпаются. Да-да, проснулся. Пей. Нормально. Комната не вся еще. Еще же есть? Еще есть другие? Прикольно. Да. Тихо-тихо-тихо. Да, сверху я слышал, сюда вас слышу. Тут еще гигант есть. Вот там гигант. А эти сюда? Тут просто еще два врага далеко. Mm-hmm. Тут они отдельные. А, тут я еще два. Да, там двое стоят. Сейчас убьем. Окей. Mm-hmm. Так. Так, и что, гигантом пойдем? Да, давай гигант. Хотя, в принципе, я могу его в соло расстрелять, у меня все равно патроны на Берстен. Тут новая дверь, осторожно. Главное, чтобы тут не двое гигантов было. Ну, я к тебе иду на всякий случай. Вроде не двое. Ага, вот они там стоят, похоже. Это один, а тут один. Ага. Ну да, потенциальные двое гигантов. Мнимые гиганты. Угу. Стоп. А, нет, там еще все-таки один есть. Вот он второй. Будь, но мы вдвоем не убьем тогда, опасно слишком. Не, у нас трое сейчас. Я стрелять буду. Стоп. А, убрал. Что? Проснулись, проснулись. Все. Все? Окей. Да. Сюда Алф очень неаккуратно шел. Я тупо думал, что он дальше где-то. Нет, он был здесь. Медпак на три. Ага, взяли? И тебе повезло, что ты не прошел чуть дальше и где-то еще... 30 секунды, и ты бы получил тычку. А, он меня пнул, мне 28 осталось. Или... А, он все-таки тебя пнул, я думал, я ему успел анимацию сорвать. А, либо кто-то это другой, но у меня же было 40. Не, это он только мог. Ну, а это язык я видел, но я думал, ты сорвал. Не, а, это тот гигант еще один. Хорошо, но он в другой комнате. Поэтому сейчас... Пойдем, Гошин. I see sleep us. Осторожно, тут враг-то сейчас. Там он один гигант? Хотя нет, там... Еще рядом мелкий стоит. Окей. Может, я мелкого, а ты гигант? Да, бей мелкого. Тыкай. Только прям сейчас? Да. Прям сейчас? Да, муж. А гигант спит даже. Ок. Еще там кто-то. Проснулся просто. Ага, еще один гигант сверху. Я иду, он молоток. Вниз. А, гигант не спит? Да-да, гигант вон снизу. О, он проснулся. Он жив еще. Просто, ладно. Окей, добиваю. Но он бы меня убил скорее. Он бы меня убил скорее всего. Это было неправильно. Криминал. Burst Cannon с одного этого убивает в спину. Если ты ему с головой вместе идешь. Ну, в спину сложноват. С одного бёрста. Так, тут рефил, а мапак тут есть. У нас еще одна комната есть. Full refill — это хорошо. Full refill, а мы уже были, по-моему, когда вы идете. Пингую. Это в назад, это первая комната. Там, кстати, слева да, есть да. Дырка. Видели? А, да, как раз мы ее пропустили. Есть full refill, то давай мне. Ну, давай. Опок. Так, я на пак сейчас тоже. Так, в той стороне еще есть люди. Пингую. Да, здесь двое. Где-то далеко да, пинканулся, я вообще не вижу. Ухай. В моей комнате, в дэшной. Там нормально все, да? Да-да. Терминал вот. Это наш? Не знаю. Ну да. Да, наш. А то был другой. Его будет изи. Так. Аммапак кому нужен? Так, у нас что, у нас у всех по двадцаткам хп. Ну, мы сейчас будем это... Развлечиваться. Это, кстати, другой терминал. В прошлый раз другой был.
Да, в прошлый раз в другой комнате. Ну, у нас здесь было один АМО и один тул, правильно? Да, и мы нашли АМО только что. Mm-hmm. И тул мы тоже нашли. Я просто думаю, что в соседней зоне, скорее всего, тогда то же самое будет. Без медпак. Да, окей. Куда нам бежать в конце миссии? Отсюда довольно близко, да, вот сюда. Да. Мы, то есть налево и направо. Ты уверен, что да. Вот тут можно пройти? Да, да, там да, же да. Дверь. А, сейчас я разведаю как раз. Давай пройдем, посмотрим, да. Да, все запоминаем маршрут. Прорепетируем. Ага. Надеюсь, по лестнице, видимо, направо, да? Да, можно хоть направо, хоть налево. Нет, налево. Ага, тут дверь опасная в ней. Вот сюда надо. Отсюда направо, а тут прохода нет. Надо оббегать по лестнице. Во, все-таки нет. Да-да-да. То есть мы бежим вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, теперь. А, и вот здесь дверь. Надо открыть ее, наверное. Вот ту открываем, а вот это вот мы закрываем. Сейчас я... Ага. Ну, я можно это, не знаю. Блин, витиевато. Закрываем. Витиевато довольно тут бежать. Ну, и... главное одному человеку помнить, куда бежать, а остальные просто идут за ним. А, подожди, но когда один останется, все лягут. Одному помнить, как бежать, остальные за ним. Да. Так останется в живых только тот, кто не знает. А, так, не-не-не, если кто-то упал, мы его поднимаем. Я предлагаю такую схему сейчас. Окей. Потому что вдвоем там дефать вообще не вариант. Он очень медленный же. Он медленный, и просто огневой мощи не хватает тебя. И просто это тени, а их не видно, и они тебе тычки дают просто вслепую. Так, а тут всего одна дверь, да, сюда? Да. Я брошу турель тогда здесь. Да, да, можешь с обратной стороны. Ну, можешь оставить турельку, на самом деле... Можешь оставить ее до финального скана. А, лучше ее, когда будем бежать, лучше ее захватить, то есть... Не-не, можешь просто не ставить ее здесь, чтобы она патроны оставила. И поставить ее только в конце. Тут стрёмная мина. Можно, кстати, тут еще. Сколько у башку мин? Мин 0, правильно? Ну я тут две поставил по приколу. А, можно было одну просто на обратный путь оставить, ну ладно. Так, надо раздавать все медпаки сейчас. Да, да, да. У нас 60 и 120. Я из них останется как минимум. Вот, лечимся по максимуму. Да, да. 7 по 60 можно, наверное, выдать минимум, может и больше. Вот, а вот эти мины убери нафиг, они здесь не нужны. Они будут только... Эти мины выглядят так, будто они нас взорвут. Да. Так, хайп тогда, иди ко мне, аптечка. Если вдруг мы одновременно с врагами, скажем так, сюда, то он остригерится на врага и кого-нибудь просто рипнет нахрен. Я даю тебе медпак, хайп. Да. Хотя если сюда. Прям сильно хочешь, можешь поставить вот на соседних дверках мины. Не, не хочу. В соседней зоне. Кстати, а я могу турель сразу на базу поставить, но уже далеко бежать. Да, да, да. Можно. Да зачем, можешь... Ну, а если ты поляжешь, типа... Не, мы будем поднимать все. Так, да. Тогда я аптечку последнюю на себя использую. А, у меня две еще. О. Сейчас у всех по 60, кроме Бошиго. Может, Бошиго одну отдать? Я, кажется, придумал, что здесь сделать будет. Да, кажется, придумал. Делать будем вот так. Ладно, тогда последнюю оставлю пока. Так, все здесь, все здесь. Ну чё, это можно дверь прям сразу, наверное, сифомить. Ага. Я готов. Все на месте, окей, понял. Выбегаем, и налево будет. Все восстановлены, все восстановлены. Медпак остался один у Судалова. Можно Рыдайру отдать. Думаю, сейчас. Ну, 60, чё, 60-80, какая разница. Да, лучше все хп уже иметь. Нет никакого особо смысла, если в конце миссии. Мы уже не будем регениться, это уже какой-то... Не, пока. Дело не в регениться, а типа отдать во время боя, у кого там будет меньше всего. Типа... Не так важно. Все? Да, давай. Да, поехали. 3, 2, 1, поехали. Ну, пойдем к двери. Ну что, мы здесь все втроем будем. Вот. Так, Z09. Скан. Они ломают какую-то дверь. А, центральную. X03. Балд.
а здесь только двое. Трое двери. Чуть подсихом. Y05. Тарь. Черт, я не то. Я не то вел. Окей, тогда ждем еще. Переводи. У нас сихом есть. Y05. Есть еще секунды. А ты не подорвешься? Не-не-не. Ну я смотрю. Последний. Угу. Готовы. Все. Подвигай к нам. Бом. Еще есть двое. Пришли, пришли. Идем, идем. Все. Да, бежим. Сразу налево. Если вас положат, сразу кричите. Я руляю здесь. Главное не задышаться. Нормально. Проходите, пойди. Закрывайте. Минус сюда поставь. И по-моему вижу весь потрачен был. Да. Кажется весь. Окей. Все, бежим до скана. Окей, ну все, нормально. Можно турятку, если чело эту турятку, лучше всего ставить вот здесь вот. Прям совсем рядом, близко. Они ломают дверь, которая без да, мины. Да, которую я закрыл. Раз. Они уже здесь должны быть. Ага, вот они. Ну, сейчас скан не такой медленный вчетвером-то. Да, сейчас должно быть легко. Еще. Они не помечены, осторожно. Да-да, у меня кулдаун, если что. Да-да, я понимаю, они потоком идут, ты не можешь их все сканить. Да. Их слегка видно. Пришел, пришел. Близу, ближе, ближе. Еще один живой. Все, 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 здесь нет никого. Вот его. Пришли два. Ну а обоим 10 миллионов тысяч штук. Еще живой? Нет, мертвый. Нет, пока. Окей, ну. Все, прошли. Ваш его просто там на перифине где-то. Стреляется. Ух, все. Изи. Час 14. А ты все еще не знаешь, что значит ментал статус? Не. Стейбл, 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 стейбл. И также NRV Probe Reaction. NRV Probe Reaction? Тоже не помню. Может быть, это кто разбудил тот нестабильный? Я думаю, это что-то значит. Ну. Так. Еще у нас есть еще время на то, чтобы одну дэшку попробовать посмотреть. Какую дэшку? Пошли в Е. Чего-то экспедишн. Е мы не можем без Д. Так мы сдохнем быстро, зато заценим. О, мне дали синий скин, прикольно. Или мы там не сдохнем полчаса и будет долго. Я, честно говоря, уже так. Я же говорю, в Е мы не можем сейчас, пока Д не прошли. А, надо все Д в этот раз пройти? Нет, одну дэшку после этого дошли. Будет Е доступно. А, мы, я думал, мы Дэшную прошли. Я что-то сдумал. Нет, мы Цэшную только прошли. Да, это, если это честно, прошу, мне уже что-то голова поболевает. Прошли миссию, пока ты 5 минут отходил вначале. Мне голова побаливает, поэтому, наверное, еще? Все. Да. Ну, может быть, завтра поиграть или послезавтра. Тогда ладно. У меня завтра, только если после зала, часов где-нибудь в там, 10-11, наверное, я смогу. Ну, можно окей. Послезавтра, если не в 10. Послезавтра я не смогу. И послезавтра.